Здравствуйте. Я занимаюсь рукоделием, и как у всех рукодельниц, у меня накапливается очень-очень много таких нужных или ненужных вещей. Какие-то открыточки, какие-то тетрадочки, зарисовочки. Я что-то увидела, записала, зарисовала. Что-то буду делать, что-то я хочу сделать. Конечно, для всего нужны места хранения. Вот, но покупать что-то, какой-то дорогой органайзер, ну, у меня просто нет смысла. Потому что если я сегодня вяжу, завтра я, допустим, не захочу это делать. У меня же нет такой вот определенного какого-то плана. Вот я так, это сегодня это, завтра это. Поэтому у меня вот эти такие временные органайзеры. И из чего я их делаю? Ну, то, что у меня есть, то, что мне больше понравилось. Допустим, у меня оператор любит сладости, часто покупает конфеты. И если, допустим, более-менее приличная коробочка, да, то я ее стараюсь использовать, и сделаю из него органайзер. Или, допустим, обычные коробочки симпатичные. Ну, это можно выбросить, правильно? Потом я делаю коврики. И вы тоже спрашиваете, зачем мне столько много ковриков. Я вам сейчас сегодня тоже покажу, где я их использую. Вот, допустим, такая красивая упаковочная коробочка. Ее можно выбросить, но она мне понравилась. Она действительно симпатичная, она приличненькая. Я буду вышивать это, делаю такие, я купила красивые, видите, хочу сделать игольницы, буду вышивать, такие подарочки, такой маленький секрет открою. Вот. Я сюда кладу, уже аккуратненько, мне, знаешь, в этой коробочке, и мне легко же потом искать будет. И вот так вот несколько коробочек, там какие-то у меня тоже материалы, вот, и аккуратно стоят. Потом, вот эта коробка из-под конфет, ну тут любая коробка, красивая, приличная коробка, что я делаю, видите, я вырезаю вот так вот. И здесь у меня хранилище. Вот, тут хочу там сделать декупаж, допустим, я там сделала на кухне эти досточки. Они у меня аккуратненько стоят. Ну, такое все примитивное. Но оно ничего не стоит. И все нужно, как бы, да. А завтра мне оно не понадобится, я возьму все и выброшу. Мне просто не будет жалко, и у меня не будет мучить совесть, что я потратила это семейные деньги. То есть, ну, такое простое. Вот за 5 секунд, за 5 минут, раз-раз, вот все коробочки, видите, вот они все склеенные, как гармошечка. Здесь приличненько стоят. Если вы хотите на полочку поставить, чтобы никто не видел. А здесь развернули себе, разложили. Если для молодых девочек они могут покупать себе, а мне-то зачем покупать? Я сегодня вяжу, а завтра я буду шить. А послезавтра я вообще ничего не буду делать. Поэтому я возьму это все и выброшу. Вот я вам показываю стульчик. Этот стульчик сделан своими руками. Его делал много-много лет тому назад мой супруг. Значит, в то время, конечно, ничего нельзя было купить. Вот он сделал ручками своими стульчик. Здесь, видите, это все-все-все сделано вручную. Конечно, мне можно его выкинуть на свалку уже, но это же все-таки антиквариат, да, и мне жалко труд моего мужа. Можно будет подкрасить, но здесь такое дерево, знаешь, вот это дубель, что это такое все настолько добротное, что нечего менять. Ну, я, конечно, связала, видите, этот коврик, вы знаете, я уже его показывала. Этот коврик уже, сколько, 3 года, как я связала, или два года тому, да. Вот так вот я его накрываю, этот стульчик. Ну что, ну разве плохо? Нормально, очень даже хорошо. А вот еще такая хорошая вещь. Конечно, ты сказал, ну что это такое, зачем она, эта катушка от кабеля, да, ну зачем она? Да слушай, ну это же чудесный стульчик. Я вот этой катушкой пользуюсь, и мне она очень-очень понравилась. И, конечно, вот этот коврик, который я 2 дня тому назад вам показывала, для нее и сделан. Видите? Вот изнаночка этого коврика, что я вам показывала. А вот то, что я сделала. Ну разве, это такая красота. Она очень удобная. Удобно и сидеть на этой катушке, как стульчик. И удобно, допустим, когда я сижу там на более высоком стульчике, чтобы ножки не болели, вот так вот положить. Ну, в общем, отлично. Вот из того, что можно просто выбросить или пройти мимо, дома пригодится. Особенно, у кого дача есть. Ну, зачем покупать, зачем тратить лишние денежки? Да, когда ты получишь удовольствие от того, что ты что-то сделала, ну, ты... А за эти деньги можно купить себе дорогую хорошую помаду, собрали, или дорогую хорошую, там что, кто чем крем, там крем, да, шампунь хороший, еще что-то может. А завтра, да, вот так вот, можно выбросить. Ну, коврик мне жалковатый, конечно, выбрасывать. Люблю тебя, тобой.